Всех приветствую на канале «Разносторонние интересы». Решила сегодня зайти вот на пасеку после морозов, посмотреть, что тут творится. Короче, было у нас уже градусов 12 мороза, так. Это уже пару дней оттепель. Решила посмотреть, вот семейка у нас. Это по осени обнаружил, что матки здесь нету, так как уже был у нас сентябрь месяц, середина, то что-то с ними делать было бессмысленно по поводу того, чтобы матку подсадить там или не знаю что. Ну, была рамка пчел здесь осталась. Я, короче, решил с ними не заморачиваться особо, то что это делать было бы бессмысленно, то что рамка пчел по-любому не перезимовала, даже если бы матку мы успели где-то добыть, подсадить. И на рамку пчел покупать какую-то там породистую дорогую матку неохота было. А наших местных по осени не найдешь нигде особенно. То решил я эту семью на самотек пустить, оставим две рамки. И на двух рамках эти пчелы сидели. Пчел-то там не было, две рамки, где-то всего лишь рамка пчел было. Но я им две поставлю, чтобы они организовали хоть малость наподобие клуба. Так как пчел выбрасывать жалко было. Конечно, можно было взять да просто куда-нибудь их струсить, а ульи отсюда прибрать, где они жили, то может по семьях разлетелись, может приняли, хотя не знаю. Дело в том, что тут трутовка матка уже была, это пчела трутовка, потому я и не трогал их. Конечно, если бы, наверное, где-нибудь отдельно вытрусил их, да, убрал ульи, все-таки бы разошлись они по семьях. Ну тут нечему и расходиться особо-то. Вот смотрите. Запоносили все. Так как пчел жменя была, а мороз. Мороз уже был сколько? Ну, 12 градусов самое больше. Может 14. Сбоку меда старщит. Хотел собрать подмор, но они уже какие-то мокрые. Хотя если собрать, то помыть их, просушить, то может годное будет. Фу, запах, конечно, от их не очень. Это опоносились. Соберу, короче, этих пчел. Соберу, да. Попробую отмыть. Одной рукой неудобно. Как я и говорил, ради этой жмени пчел я не стал ничего с ними делать. Ни матку подсаживать, ничего остального. Вот, как видите. Они бы так и так до весны не протянули. Конечно, жалко. Где-то я летом мед отбирал. Надставки тут три стояли. По 15 полурамок. 145-х. То где-то шаванул матку. Да и не заметил. А уже когда осенью полез, уже поздно было. Когда забирал мед основной. Так что. Ну вот. Подмора немного жмель. Да, выбиваю с ячеек. Они походу
съели мед здесь. Такой пропали. Так бы сейчас сидели. Ну это уже так. Что они сидели, что не сидели. Без толку. Потому что это не семья, не пчела. Даже пол-литра пчел не осталось. Так, согребу все это добро, я укушу. Да промою, а потом уже на это. Так, я снимаю, а наш фотоаппарат прекратил съемку. Короче, снимал, рассказываю, гляжу, на паузе стоит, надо уже все-таки какую-нибудь камеру купить нормальную, чтоб хорошо снимать было, без всяких там монтажей, без прерыва видео. Что я рассказывал, вот это вот, не знаю, где у нас оборвалась съемка. Короче, третьим кадром снимаю, по 3 минуты получается. Вот этот я подмор промою через дуршлаг и просушу, на грубу сегодня брошу, на теплую просушу, и потом в литровую банку высыпу и залью самогоном настаиваться, или пчелиный подмор. Вроде еще портиться не начали, это просто они мокрые, влажные такие. Еще запах нормальный. Ну есть немного, это что, поносились на рамке. Так как пчел мало было, нагрузка большая в мороз, так они опоносили рамки. Короче, рамки на перетопку пойдут, наверное. Или можно отмыть. То, что сейчас вот такие. Ну, эту, конечно, уже пустим на перетопку. Видно, маточника свищевого ложили, когда матки не было. Расплода немного осталось. Хотя расплод, если и тротовки ложили, то пчелы повыходили вроде бы. Ну такие недоразвитые. Не знаю. Эту-то по-любому рамку я на перетопку пущу. Да и, наверное, это тоже какая-то горбатая. Вот эта светлая хорошая рамка, может, я оставлю. Помою, конечно, чтобы следов не было. Теперь газ здесь пускай. Оставлю навесную, какую-нибудь семью поставлю. Короче, толку все равно с этой семьи не было бы. Так что, или так она пропала. Ну вот, немного подмора осталось от семьи. Короче, что у нас тут вышло, то вышло. Надо быть поаккуратнее немного при осмотре семей, чтобы маток не терять. 1 год я вот в том синем улье осенью собирал матку, крыло потолочное прищемил, так они перезимовали, и потом весной с отравившейся семьи прямо туда бросил молодую, даже не подсаживал ничего, просто забросил улей, и она прижилась, и это до сих пор там это. Так, улей я, короче, улей вычистил я от пчел. Скорее всего, открою сейчас литок верхний и нижний, пускай он просыхает, так влаги немного набралось. Просохнет улей за зиму. Рамки эти покуда отложим в сторонку. Доски пускай стоят улья по комплектности, короче. О, все, поставим. Вставные доски поставим. Пускай лежат сюда. Так, полностью закрывать не буду. Ай. Улей. Просыхание. Это заглушки слегка.
В качестве утепления лежу. Старинное одеяло. Еще пойду сейчас промывать пчел. Пойду промою пчел, положу, чтоб сохли. Да потом сделаем настойку с подмором. Глянем, что тут в этих семьях делается. Это злая семья была. Матка-то в этом году поменялась. Немного лучше стали. Гляжу, он ходила в летку нижнем только что. На улице тепло. Так пчелы активные. Да еще и поутеплял я семьи. Тут у нас на зиму пошло, наверное, 7 рамок в этом году пошло. Я литок снизу ставил такой, сантиметров 10, на палец проход все. Остальные семьи более-менее крепкие, по 10 рамок, по 11 даже есть. Бахвасты пошли. Одна на 10, та, что со старой маткой, бакфаст уже 4-й год. Это что подсаживал в этом году. Они пошли, эти, на 10. Это одна пошла на 10. Где они отводок делала, на рой садил сюда. Рой через перегородку эту, через решетку сыпал. Засыпал я через решетку, матку убрал старую с роя. И подсадил сюда бакфаста. Прижилась хорошая матка, тут перезимуюсь. Посмотрим, что в следующем сезоне в этом, что будет, покажется. И здесь бакфаст матки. Зимует меня с нижними летками пчелы открытыми. И верхний тоже открытый. Это на 25 отверстие. Здесь у нас бакфаст тоже семья. Разделял я основную. Здесь основная сидела, разделил на две. Подсадил я по матке, по бакфасту. Но здесь какая-то темноватая бакфаст. Облетела с нашим трутнем такие пчелы. Темноватые вышли, но все равно нормальные, миролюбивые. То здесь тоже на 8 пошла на зиму, и здесь на 8, на 2, а здесь уже на 10, на 10, и там на 10. Это у меня уже получается 4 матки эти улья, ну 4 семьи бакфаста. Получилось, что это на семью я разделял, сажал, бакфаст маток менял. То по 8 рамок. Здесь на 10, это молодая тоже матка. Это молодая, это и это. С этого года 18-го. А это уже, наверное, 4 года, то уже 18-й, 17-й. Наверное, в 2015-м я ее посадил туда. Уже 4-й год даже, наверное. Да, 4-й год. Посмотрим, что будет весной, если будет хорошо дать расплод, то хай живе. А не, будем менять тоже. Но в этом году бакфаст, старая эта семья, неплохо себе показала. Меда нормально дала. По сравнению с остальными, со своими местными, то в 2 раза больше. Так что и не роились, хорошо было. Вон, кошка моя сидит, балдея на пне, побегла. Дыма. Дыма. Баловаться решила. Ладно. Семью мы эту почистили улей. Минус одна. Осталось у нас, получается, 2, 3, 4, 5, 6. Так. 12 семей. Посмотрим, что перезимуя. Еще только декабрь. Ну, надо в основном по весне глядеть, чтобы мед не закончился. Ладно. Кому было интересно, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем удачи. До свидания.